Друзья, всем привет! 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 Мы на канале Kiwi Show, и сегодня у меня набор от Hasbro My Little Pony. И здесь мы с вами видим красотку Fluttershy. А наборчик называется Rainbow Power – сила радуги. Пока я не очень разобралась, в чем сила радуги. Возможно, дело в обалденных разноцветных волосах у Fluttershy. А еще я заметила здесь маленького милого кролика. А кто же это? Это питомец Fluttershy, кролик Angel. Ну да, это он. Хоть он и маленький, но характер у него тот еще. Давайте заглянем на другую сторону коробочки. Ух тышка, вот это красотища! Как будто бы пони приготовили на свадьбу или на день рождения кому-то. А обалденная прическа у Fluttershy. Волосы все разноцветные, вьются и еще украшены кучей мелких заколочек. Вот это да, заколочки! Обожаю разноцветные заколочки! Освободим поскорее Fluttershy и ее кролика. My little pony, дружба это чудо! И наконец-то открываем! И еще немного скотча. Да, можно уже ее достать! О, какие длинные волосы! Даже здесь завиток висит с коробочки. Прикольно. Вот такая классная Fluttershy в этом наборе. На ней нарисованы бабочки, очень милые крылышки. Ее голова, кстати, шевелится. Какие милые красивые глазки у нее бирюзового цвета и украшены блестками. Посмотрим на ее красивую гриву. У нее такие длинные волосы, разноцветные, приятные на ощупь. Ух ты, здесь даже есть ленточки, чтобы она была еще прекрасней. Я начинаю завидовать. И очень красивый ярко-розовый хвостик. Классная Fluttershy. Отставляю ее пока в сторону, посмотрим, что еще есть в наборе. Очень симпатичный гребешок для волос. Много украшений блестящих в форме бабочек и сердечек. Очень милые. И даже большая фиолетовая бабочка-заколка. Смотрите, она как будто бы летает. Классно. А как же я? Расскажите про меня, про меня. Конечно, у нас же здесь милый кролик Angel. У него такой пушистый хвостик. И очень симпатичные глазки. Какой он улыбчивый. Веселая мордаха. Но отправляйся к своей хозяйке. Причешем Fluttershy этим красивым гребешком. ЛПС самое лучшее, лучшее. Ну, не знаю, не знаю. Это еще мы посмотрим. Давайте поскорее украсим волосы Fluttershy. Начну с этих мелких блестящих сердечек. Они такие милые. Одну сюда. Еще одну вот сюда. Еще одну здесь. Бабочка сюда. И еще одна. И еще одна красотка вот сюда. Можно заплести для Fluttershy косичку или колосок. У нее такие длинные красивые волосы. Да, я думаю, можно попробовать. И плетем косичку. Раз локон, два локон, три локон. Косичка красивая. Там-парам-пам, парам-пам, парам-пам-пам. Уп! Даже поняша упала. Ну, я думаю, так будет достаточно. И осталось заколоть ее. Для этого у нас есть красивая бабочка. Заколочка. Оп! Ух тышка, вот это да! Красотка Fluttershy! Отличная косичка получилась и очень красивая прическа для Fluttershy. Но мне кажется, мы можем еще ее украсить. Конечно, у нас же остался этот разноцветный локон. Такой красивый, закрученный. Ух тышка, как здорово получилось! Я так довольна, спасибо большое! Но где же Angel? Я хотела ему похвастаться своей новой прической. Ух ты, Пинки передала наклеечки через Энджела, которые остались от ее домика со сладостями. Украсим Fluttershy. Наклеечка сюда, еще наклеечка. Уху, пирожная наклеечка. А сюда леденец. Оп. И еще наклейка. Воу, сюда наклеечка. Еще одна наклеечка. Наклейка. Наклеечка. Еще одна. И сюда. И последняя. Давайте посмотрим на Fluttershy.
Какие у нее теперь нарядные разноцветные волосы. Есть и косичка, и бабочки в волосах. Ух ты, а здесь столько сладостей. Леденец, пироженка, конфетка. Даже есть подарочек. Милые наклеечки, а как ей идет это сердечко возле глаза. Друзья, и это была очаровательная Флаттерша и ее друг Энджел из набора Rainbow Power. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось видео и вы любите пони и пэт-шопов, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока!